Когда мы еще совсем юные, учимся в одном классе, школе, кажется, что все мы очень похожи, у всех одинаковые возможности, и судьбы наши будут одинаково успешны. Однако с ходом времени жизнь все расставляет по своим местам, раздает нам совершенно разное жребие, и порой остается только гадать, почему так случилось именно со мной. День сурка, в шутку говорит о своем распорядке жизни Татьяна. Да, все повторяется изо дня в день, как у всех. Но далеко не у всех бывают такие обстоятельства. Сегодня вместе с сыном Илюшей они направляются на занятия. Мама оденет, поможет, настроение поднимет. Привычный маршрут – лифт, дорога, машина. Бывает и пешочком до садика гуляем, рассказывает Таня. А садиком называют реабилитационный центр, куда она с сыном добирается ежедневно. Повезло, что неподалеку. Но, в общем, не в этом дело. А в том, что семья – это необычная. Илюша идет в садик, в центр преодоления на занятия, а мама, Татьяна Геннадьевна, на работу. Здесь, в Череповецком реабилитационном центре преодоления, ее каждый день ждет ребятня. Дети-инвалиды. У каждого своя история, история болезни. А все вместе они просто дети. Улыбчивые, ласковые, непослушные, непредсказуемые, любознательные, иногда ленивые, хитрые, озорные, ростом повыше, пониже, грустные, веселые. Дети. Татьяна Барашова – педагог по образованию. Когда-то работала в обычном детском саду, потом здесь. Начинала социальным работником, а сегодня воспитатель. Когда проводишь занятия в детском саду, тут получаешь отдачу сразу. А чтобы здесь получить отдачу, порой нужно месяц и два, и полгода, чтобы был какой-то ощутимый результат. Человеку неопытному трудно понять, как исправиться-то с такими детьми, но ей удается. Причем легко, весело, непринужденно. Со стороны кажется, что воспитательница как курочка-наседка с птенцами. Куда мама, туда и малыши. Посмотрите, весной на деревьях появились. Что на веточках появилось? Вот это что начали покупать? Почки. А из почек потом что получается? Это не просто прогулка, занятие. Наблюдение за природой, поэтому на все вокруг нужно обратить внимание и понять, что пришла весна. Илюша всегда рядом. Он ходит в группу, где работает Татьяна Геннадьевна. Она сетует, что с другими педагогами Илья занимается лучше, в смысле послушания, а с мамой можно покапризничать. Но она старается спуску никому не давать. Это пальчиковая гимнастика. Простые считалочки, движения, повторения. Для таких детей это хорошая работа над собой, над болезнью. Рыбки плавали, ныряли в теплой, чистенькой воде. Приплывали, уплывали, зарывались в песке. Как быстро-быстро-быстро зарываемся. Почти так же Татьяна занималась с Илюшей много лет назад, когда он был совсем маленьким. Илья – ребенок долгожданный, любимый. Родился 2 августа, в Ильин день, так и назвали. Он рос здоровым и веселым. Первый зуб, первые шаги. Когда чуть подрос, как все дети, пошел в детский сад. Там играл в машинки, собирал пирамидки, участвовал в детских утренниках, учил первые простые песни. Семья была счастлива – мама, папа и сынишка. Я не верила. Вот я не могла поверить, что у меня такой ребенок, что я его буду заново учить ходить, говорить, улыбаться, ползать. Он просто лежал. И было очень тяжело. Мне казалось порой, что я схожу с ума. Лобовое столкновение на трассе. В машине была вся семья Барашовых, включая дедушку и бабушку. Они погибли. Татьяна и супруг остались живы, а 2-летний Илюша получил тяжелую черепно-мозговую травму. Никаких прогнозов врачи не давали. 3 месяца Татьяна с ребенком провела в детской городской больнице. Это было 12 лет назад. Но вспоминать без слез об этом невозможно. Вроде да, время прошло. Но все равно. У Ильи врачи диагностировали тяжелейший ушиб головного мозга. 2-летний мальчик превратился почти в растение. Ценой неимоверных усилий Татьяна взяла себя в руки, потому что видеть таким своего ребенка было невыносимо. Когда нам начали делать там массаж, он орал дико. Мне было очень жалко. И мне сказали, что если ты будешь его жалеть, у тебя дальше ничего не получится. Я переступила через себя и... Несмотря на крики, несмотря на сопротивление его, я начала делать все процедуры, которые ему нужны. Потом начался период реабилитации, долгий, сложный и неясный. Несколько раз они ездили даже в Китай.
Мы лечились нетрадиционными методами китайской медицины. Там была и иглорефлексотерапия, и бесконтактный массаж, и контактный массаж, и траволечение, и пульсовая диагностика там проходили. Вот. Вообще место было очень хорошее, что мы жили в горах месяц почти. Но такой сдвиг был вот вообще кардинальный, его не было. Но вот маленькими шагами у нас все было. Что-то появилось новенькое, это хорошо. От другой реабилитации, да, где-то там еще побыли, еще что-то новенькое. Все собираешь по крупицам, и это все длительно. Быстро не бывает реабилитации. Сейчас улучшение, конечно, есть, благодаря каждодневным кропотливым занятиям. Домой несколько раз в неделю приходят педагоги. Наталья Ювенальевна с детьми-инвалидами занимается много лет, с Илюшей уже 4 года. На каждом уроке успеть нужно много. Они вместе учат цвета, фигуры, собирают мозаику. Много упражнений направлено на развитие мелкой моторики. Пальчики слушаются не всегда, но Илья старается. Вот как пишет Илюша. Вот он какую дугу ведет. Вот ведет, потом себя похвалишь, потом на сначала дела сделать. Давай. Вот Илюша умница, вот он какой, и хвалит себя, и пишет. Много терпения и настойчивости нужно, чтобы заниматься с таким ребенком, а еще любви, доброты, ласки. Наталья Ювенальевна именно такая, поэтому Илюша ее каждый раз очень ждет и радуется своим новым маленьким подвигом. Хотелось бы, чтобы он заговорил хорошо, но во всяком случае, вот я вижу, что у нас возникло взаимопонимание. Я уже начала его понимать, потому что некоторые слова он проговаривает нечетко или не полностью. И вы знаете, он очень понятливый мальчик. Занимаются с Илюшей волонтеры. Это люди с большим добрым сердцем, которые прошли обучение в центре преодоления и потом помогают семьям. Помощь заключается в том, чтобы остаться с ребенком-инвалидом на какое-то время, подменить маму, пока та занимается другими делами. Ведь, например, ходить в поликлинику или магазин вместе с Ильей практически невозможно. Людмила Смирнова – одна из таких. Она стала участником проекта «Передышка на час». У нас ведь и выходные, в рабочее время, когда вот у меня смена, и можно и вечером, можно утром, если до работы успеваем, ну и выходные, и даже можно и на ночь оставаться. То есть вот в рамках проекта это все предусмотрено. Но это лишь передышка, совсем небольшая. Покормить, дать лекарства, почитать книгу, поиграть – все это нужно делать ежедневно. А ведь еще столько бытовых, обычных дел. Невероятно, как со всем этим справляется Татьяна. Вы знаете, он у меня спокойный, он мне может и мультфильмы посмотреть, и заняться своими игрушками, и посмотреть книжки сам. Он мне дает делать все. Я за это ему очень благодарна. Он мне позитивный. У нас ну, нет нытья какого-то такого или вот чего-то такого. Он у меня спокойный, сядет, будет сидеть, играть. Но вернемся к работе, ведь у Татьяны, кроме Ильи, целая группа, почти таких же, и каждому нужно внимание, каждому индивидуальный подход. Здравствуй, Илюша, здравствуй, молодец. Татьяна Геннадьевна всегда рядом, рядом с каждым. Ни одного ребенка она не выпускает из поля зрения. Своей улыбкой, словом, жестом старается достучаться до сердца каждого. И это чувствуют дети. И чувствуют взрослые, которые со своими малышами ходят на занятия в эту группу. Она эмоциональный, добрый, отзывчивый, хороший человек, педагог. Нам очень нравится, мы советуемся, спрашиваем. И от нее энергия идет такая, что настроение появляется на занятия, и день отлично проходит. Татьяна Геннадьевна очень требовательная. То есть она не даст спуску ни родителям, ни детям. Она не обращает внимания, если, например, ребенок просто не хочет, то есть она разграничивает, если он просто не хочет, если он не может. То есть она относится к детям с ограниченной возможностью, инвалидностью, как к обычному ребенку, который может все. Главное, чтобы он это захотел. За все время общения с Татьяной Барашовой нас не покидало чувство восхищения и большой признательности за то, что она такая есть. Обаятельная, жизнерадостная. Своим позитивом она заряжает всех вокруг. Это правда. Поражает ее сила. Про таких говорят, есть внутренний стержень, который не согнуть, не сломать. А с другой стороны, это маленькая, хрупкая и очень нежная женщина, которая просто не имеет права расслабиться и старается никогда не показывать слез. Ведь впереди жизнь и планы, больше похожие на мечты.
Мы планируем операцию. Мы поедем на операцию в июне. Вот. Но врачи, кто-то говорит, пойдет, кто-то говорит, не пойдет. Но я надеюсь, что он пойдет. Пусть он даже будет идти потихонечку, но рядом со мной за руку. Пусть он даже сам не пойдет, но он будет все равно ходить. Каждому в жизни дается ноша по силам, уверена сегодня Татьяна. И силы эти главное найти в себе. Они точно есть.